Главная тема прошедшей недели – обнуление. Эмоции так сильно захлестнули жителей страны, что, преодолев Чебурнет, вырвались наружу. Это как дела в интернете. Обнуленный выпуск. Как дела? Как дела? Космонавтка Терешкова предложила Госдуме принять поправку Конституции, позволяющую обнулить президентские сроки Владимира Путина. Это позволит Путину баллотироваться на пост Путина в 2023 году и стать Путиным. Ой, спасибо, так неожиданно и приятно. Очень приятно. Теперь судьбу этой поправки решит Конституционный суд, а Владимир Владимирович уже не против. Короче, все, что было до меня, обнуляй. И мы телепортом с тобой прямо в рай. А они просто сдохнут. Тем временем Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус пандемией. Коронавирус, коронавирус, лávense las manos, háganlo seguido. Коронавирус, коронавирус, pónganse las pilas en lugares concurridos. Коронавирус, коронавирус, no se toquen la cara, evítenlo, amigos. Но переживать осталось недолго. После принятия новой конституции вирус будет раскоронован, а корона передана Владимиру Владимировичу Путину. В ходе честной конкурентной борьбы на выборах. Я не хочу с ним жить, блядь, с Путиным, блядь, с Путиным Владимировичем. Я не могу с ним жить, сука. Уберите его отсюда, блядь. Уберите, блядь, Путина уберите. Я хочу брата отсюда. Я не могу жить с Путиным. Я не могу. На фоне этих событий Вилсаком сбрил бороду, а автор канала «Быть или» снял маску. Отныне мир разделился на до и после, а Путин все еще президент. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик, чтобы быть в курсе всех новинок на канале Saint P TV. До скорого! Как дела? Как дела?